Привет-привет. Очередная посылочка, очередное видео. Заказывал ко дню влюбленных упаковочку часов разных цветов. Пришла посылка довольно быстро, 12 дней, и она у меня. Несмотря, что сейчас вроде как отдых у почты начинается в Китае, но прилетела быстро. Пришла вот в таком картонном коробке. Ну, и начинаем, как обычно, вскрытие. Буду снимать тщательно, потому что в прошлый раз получил часы, и одни часы оказались с браком. Пришлось открыть диспут, хотя продавец знает, что его косяк, начинает спорить, не хочет возвращать деньги. Поэтому буду снимать тщательно на каждые часики видео. Ну что, поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 13 пар, коробка пустая, он их переложил, чтобы они не побились. Ну вот пришли вот такие вот часы, гора часов. Сейчас я возьму сантиметр, чтобы замерить длину ремешка, потому что я так думаю, что он не сильно длинный. Ну как, давайте начнем с красных. А нет, длинный ремешок. Значит, смотрите. Хоп, здравствуйте, часики. И пошел опять длинный ремень. Длинный. Значит, длина этого ремня. Сейчас я вам скажу. Смотрите, от застежки. И начинаем мерить. 60 сантиметров. Длина вот этого ремешочка 60 сантиметров. Он носится как часы-браслет. Поэтому надевается вот так. Раз, два на руки. И делается застежка. Получается вот такой винтажный, интересный браслет-часы. Значит, они у меня пришли в бордовом цвете. Они у меня пришли вот в таком красивом коричневом цвете, темно-коричневом. Они у меня пришли в зеленом цвете. Сейчас зеленый очень модный цвет, поэтому заказал. Смотрите, очень красивая зелень. Вот такая вот. Так, дальше желтые. Но желтые я не заказывал. Зафига он их не положил. Тут клоун узкоглазый. Ну вот такие вот желтые. Интересный цвет. Черный. Черный. Чисто черный красивый цвет. Ну, вот вы видите его. И белый. Белый вообще бомбезный. И вот такие по всей длине. Натуральная кожа. Не искусственная. И вот по всей длине идут вот такие вот
пупырышки и отверстие под ремень. Смотрятся они очень красиво. Вот так они носятся. Получается тройное плетение и застежка. Так что вот такие часы у меня сегодня приехали. Кому понравилось, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, приводим друзей. Пока-пока.